песне прозвучало: «Не собирайте богатств земных», да? Так сказал Спаситель. А кто сегодня не собирает богатств земных? Иногда впечатление такое, что все только и заняты собиранием своих карьерных перспектив, заботами о своей зарплате, заботами о том, чем накормить детей, как их обучить, как их спасти от преступников, как выжить. Это мораль рабская. И с этой рабской моралью, к сожалению, наш народ живет практически весь 20 век, сбрасывая с себя ее только в момент подвига, в момент самой острой опасности. И сейчас наступают те же самые времена, когда все богатства могут быть отменены в один момент, исчезнуть перед лицом ужасной опасности, так как это произошло в Киеве, так как это произошло в Одессе, как сейчас происходит в Новороссии. Все богатства не стоят ничего. И что хочет Донецк, что хочет Луганск? Он хочет, чтобы несколько десятков человек поговорили тут между собой обо всем. Нет, это не нужно русскому сопротивлению в Новороссии, да и в остальных областях родной нам Украины. Донецк и Луганск сегодня говорят: нам нужно только оружие. Только оружие, больше ничего. Все остальное мы сделаем сами. Мы выбьем этих паразитов, которые пришли на нашу землю убивать и грабить. А почему там нет оружия? Почему нечем сопротивляться? Почему так малочисленны силы самообороны? При том, что они полностью поддерживаются, как мы видели на референдуме, населением. Потому что Российская Федерация занимает такую позицию, которую трудно назвать иначе как предательскую. Измена — вот то, что пронизывает историю последних десятилетий. Не случайно сегодня мы вспоминаем государя-императора Николая II, который был предан своими ближайшими подданными. И в результате предатели сгнили или были убиты в гражданской войне. Генерал Алексеев умер на юге России от тифа немногим более года после того, как он совершил измену. Генерал Русский был взят в заложники большевиками, потом изрублен саблями и закопан полуживым в землю. Генерал Корнилов, который арестовывал царскую семью, был убит гранатой, которая влетела в окно избы, где он размещал свой штаб. И это судьба всех предателей. Те, кто думает, что их богатство, его богатство на земле, что он обретет власть здесь, почет, уважение, достоинство, пренебрегая долгом. Сегодня долг России сказать своему правительству, что в рядах этого правительства измена. И если Крым присоединился к Единой Руси, это говорит о том, что есть здоровые силы там же, в кремлевской администрации, там же, в правительстве. Но если сегодня нет помощи Новороссии, это значит, что там сидят предатели. И их много. Поэтому нас здесь мало. Поэтому мы митингуем не на одной из центральных площадей России, а здесь. Поэтому снимают ролики и показывают по телевидению всяких отморозков. И называют участников сопротивления сепаратистами. А участников вот этих бандформирований, которые вторглись в Новороссию, называют Национальной гвардии, какая-то гвардия, какие-то сепаратисты, какие там еще сторонники федерализации. Там есть только сторонники либо бандитской воровской власти в Киеве, либо русской власти, никаких других. И у нас, среди нас, в нашем русском движении должно быть именно такое разделение: против изменников, бандитов и воров, за русскую власть. Вот это правильный выбор. Только так мы можем победить. Только так мы можем воссоединить страну и вернуть державное величие России. Это извращенцы могут только ходить в одних и тех же колоннах, где одна колонна поддерживает Донецкую республику, а другая — правый сектор. И есть недавно такое движение. Русские организации провели. Разве это русские? Это не русские. Это именно что извращенцы, русскоязычные. А русское движение должно объединяться на русских национальных интересах и говорить правду и московской власти, где известно, кто засели, люди, которые тоже мечтают, видимо, быть вписанными в жертвы Холокоста,
и правительству России, которое не предпринимает никаких действий, и спецслужбам российским, которые непонятно чем занимаются, крышуют бизнес, и высшим должностным лицам страны. Либо ты предатель Руси, либо ты патриот, либо ты русский, либо ты не Русь. Слава Единой Руси! Слава Единой Руси! Слава! Слава Единой Руси! Слава!